Друзья, добрый день. Я вас вновь приветствую в Brooklands. Меня зовут Илья, и вы смотрите второй ролик про оклейку автомобиля Rolls-Royce Cullinan Эрика Давидовича. Первый ролик получил очень большой охват, более 700 тысяч просмотров на YouTube за неделю. Нас это, конечно, удивило. Мы к такому не были готовы, поэтому к производству второй части ролика мы подошли более ответственно. Пожалуйста, не ругайтесь на нас, мы же детальный центр, а не продакшн, поэтому какие-то нарекания могут быть. В этой части вы увидите итоговый дизайн, вручение автомобиля заказчику, а также итоги конкурса, который мы анонсировали в первой части. Обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будет итоговый вид автомобиля. Я понимаю, что дизайн получился немного противоречивый, и многие об этом пишут, но то, как машина выглядит на улице, в завершенном состоянии, никого не оставит равнодушным. Подписывайтесь на наш канал, у нас будет еще много интересных проектов, я вам это обещаю и гарантирую. Ну, хватит болтать, пора приступать к работе. Надеюсь, вам понравится наш ролик. Поехали. Работа была очень сложная. Можно сказать миллион, можно сказать полтора, можно сказать... Друзья, как видите, у нас остались буквально считанные дни до окончания работ с машиной Эрика. Мы уже поклеили практически полностью дизайн. Некоторые части кузова уже покрыты и полиуретановой пленкой. Таким образом, остается совсем чуть-чуть. И сейчас у меня в руках, наверное, самая узнаваемая запчасть для любого Rolls-Royce – это дух экстаза. Статуэтка, которая традиционно находится спереди машины и украшает решетку радиатора. В современных моделях Rolls она убирается вниз для того, чтобы не травмировать пешехода или ее не украли вечером на парковке, пока хозяин отдыхает. И сейчас мы будем покрывать ее в черный цвет. Как вы знаете, машина Эрика клеится полностью в пленку, но с помощью пленки видоизменить такую сложную деталь нельзя. Но у нас есть решение, это Brooklands Skin. Если вам интересно подробнее про него знать, вы можете посмотреть у нас на сайте или посмотреть несколько роликов, которые мы выкладывали в этом году. Трешки BMW и как мы видоизменяли в Subaru RX несколько цветов. Это есть все на нашем канале. Эта технология позволяет перекрасить деталь, при этом не нарушая заводское покрытие. Сейчас вам покажем процесс. Мы продолжаем работу. Надеюсь, вам нравится наш ролик. В комментариях часто спрашивают, почему вы использовали именно 4 слоя пленки, почему нельзя было обойтись одним или двумя, зачем настолько сильно усложнять проект. Для того, чтобы реализовать задумку дизайнера, машину нужно было поклеить в хром, но печать на хроме невозможно. Для этого использовали виниловую пленку, на ней напечатали дизайн и заламинировали. Таким образом, слоя получилось уже 3, и для защиты этого пирога использована полиуретановая пленка, которая помимо защиты и прочности добавляет блеска, потому что она имеет топ-коут. Ну что, друзья, 3 недели работы над машиной Эрика позади. Мы близимся к финалу. Осталось пару часов подготовить машину к выдаче. Воскресенье, 29 декабря. Такой вот отличный подарок на Новый год нам всем, прежде всего, наверное, Эрику. Я хочу сказать, что работа была очень сложная. Мы сделали массу всего с этой машиной, с многими сложностями столкнулись, все их успешно преодолели. Машина была оклеена в 4 слоя пленок, хром, 2 слоя винила, это дизайн и прозрачный полиуретан защитный. Также был выполнен антихром, частично с помощью виниловой пленки, частично с помощью полиуретановой пленки и дух экстаза, эмблему Rolls-Royce мы покрыли нашей новой технологией Brooklands Skin, потому что эту деталь было жалко перекрашивать, а покрыть пленкой было невозможно. Заклеили пороги, сделали все, что попросил Эрик. Я думаю, что он будет доволен. А мне хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые работали над этим проектом в течение 3 недель. Это прежде всего наша команда. Это Дмитрий, дизайнер, который подгонял.
каждую деталь, печать каждой детали буквально вручную, потому что машина клеилась по частям, чтобы совпадали молнии и элементы дизайна. Это компании, которые занимаются дистрибуцией пленки Hexis, Vinyl Russia, помогли с пленкой и заклейкой. Большое спасибо, парни, поделились опытом. Я думаю, что этот проект понравится всем. Машина получилась очень классная. Ждем Эрика, чтобы посмотреть его реакцию, и покажем ее сейчас вам. Ну, а в конце объявим итоги конкурса. Работа невероятно сложная, математически оценить ее невероятно тяжело. Можно сказать миллион, можно сказать полтора, можно сказать два, кто сколько возьмет за эту работу. Но самое проблематичное заключалось в том, что компания, как это неудивительно, которая может сама сделать весь этот объем работы одна, просто не было. И мы подумали сделать бриллиант. Мы смотрели, как выглядит бриллиант, мы пытались сделать какой-то невероятный дизайн из кусочков разной хромированной пленки по разной фактуре и размеру. Для того, чтобы было ощущение, что это полностью машина сделана, как будто вот она бриллиант. Сегодня можно клеить машину за сутки, можно за двое. Эту тачку делали 3 недели. Огромный объем работы. Невероятное напряжение, постоянный стресс, потому что одно неловкое движение ножом, и вы повреждаете машину, которая стоит достаточно дорого. После того, как поклеили ее полностью золотом, взяли прозрачную пленку и на прозрачной пленке напечатали черный цвет. Но прожилки, которые вы видите, молнии, которые идут, золотые, оставили белого цвета, то есть их не стали запечатывать краской. Потом эту пленку заламинировали и положили сверху на золото. Я думал, в какой компании это делать. Я подумал. Есть Brooklands. Чистят круто, делают круто. И я постоянно пользуюсь их услугами. А смогут ли они осилить это? Скорее всего, нет. И они реально на тот момент не могли осилить такую задачу. Это было невозможно. Но когда была поставлена эта задача, стали связываться со всеми. С одними, со вторыми, с третьими. Звонить в одну компанию, во вторую, в третью. И получилось, что собрали очень крутой коллектив, который дальше здесь будет работать. И я считаю, что сегодня в России самые крутые ребята, которые могут клеить тачки, к сожалению или к счастью, находятся именно в Brooklands Detailing. Потому что мы собрали самых крутых и талантливых ребят в стране, чтобы сделать эту тачку. Другие хуй бы сделали. Если вы услышите какого-то умника, который может посмотреть на машину и сказать: «Ой, так надо сделать, а тут так», слушайте, умники, идите в жопу, поднимите задницу и попробуйте это, сука, повторить. Это невозможно. Поехали. Вот кнопка, барабанная дробь. Generate. Поехали. 998.
комментарии на канале. Кирилл Николаевич, подписан. Кирюх, спасибо тебе за комментарий. Ты его оставил, на самом деле, 6 января в 16:34. Это был твой звездный час. Мы тебя запоминаем, фоткаем. И с тобой свяжемся по поводу сертификата на 15 тысяч рублей. Ты его выиграл. Поздравляем. Так, теперь у нас сертификат на 25 тысяч рублей. Это уже посерьезнее история. Нажимаем Generate и 4431. Андрей Лапутин. Опять хром золото. Тоже, кстати, 1 января оставил комментарий в 11:49. Андрей, хороший, конечно, комментарий. Может принести 25 рубликов на услуги нашего центра. Давай, мы тебя проверим. Выполнил ли ты условия? Андрей, ты выполнил условия. Респект. Поздравляем. Вот. Все очень просто. Сертификат на 25 тысяч. Ну что, теперь на кону iPhone. Ну что, друзья, настает время самого счастливого человека в этом конкурсе. 3, 2, 1, поехали. Тр-тр-тр. Да что это такое, смотри. Тоже из 5000, 4276. Мотать, кстати, долго не придется. 1 января в 13:15. Участвую. Максим Карпов. Даже Инстаграм сюда ставил. Ну это вообще прекрасно. Будет проще связаться. Максим Карпош, но это еще не все, надо же подписку на канал было оформить, поэтому мы сейчас эту историю проверим. Максим, молодец, все сделал. Макс, ну что, поздравляю, iPhone твой, мы с тобой свяжемся, фото на память делаем. Друзья, а вам что я могу сказать, не расстраивайтесь, у нас еще будет много конкурсов впереди, много будет интересных, будет и на Ютубе, и на Инстаграме, поэтому... Подписывайтесь на нас, не отписывайтесь, если подписались. Надеюсь, вас проигрыш конкурса не разочарует. Скорых встреч. С вами был Илья. Чао, какао.